Запорожские экстремалы и экологи решили оригинальным способом привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Собрали пластиковые бутылки и на плоту из них отправились в речное путешествие. Из Запорожья до Черного моря. За спуском уникального плавсредства на воду наблюдали наши корреспонденты. 5 человек на плоту из пластиковых бутылок уже 3 суток идут к своей цели – городу Очаков Одесской области. Как рассказали они сами перед отплытием, цель их акции – привлечь внимание к загрязнению Хортицы и сделать ее хоть немного чище. Мы собрали бутылок около 2500 литров, то есть это где-то в среднем 1225 бутылок. Отплывает нас 5 человек. Доказать мы хотим первое, это то, что не стоит выбрасывать мусор, то есть то, что из выброшенного мусора мы за 3 дня насобирали бутылок на плавсредство для 5 людей. Вторая цель – это просто, ну, отлично провести время, как бы прекрасное путешествие, посмотреть на нижнее русло Днепра. Идейными вдохновителями акции стала известная в Запорожье команда «От винта». До этого путешествия ребята, как говорится, экстремалили по-разному. Прыжки с моста, серфинг, сноуборд. В этот раз объединились с экологической организацией «Оберег». Общими усилиями энтузиастами было собрано более 40 мешков мусора. И именно он стал стройматериалом для плавсредства, которое на ближайшие пару недель станет для этих ребят домом. Рискованность оцениваю положительно, потому что это, в общем-то, благородный поступок. Показать людям, что Хортица загрязняется, с одной стороны. С другой стороны, они получат, наверное, массу адреналина, массу приятных эмоций от этого путешествия. Провожающие ребят в речное путешествие в большинстве своем в восторге от их рисковой идеи, тем более подкрепленной благой целью. Все путешествие по плану его участников займет порядка 2 недель. Большую часть времени они будут идти по воде на веслах. Вчера они уже достигли Каховского водохранилища. Как сообщили сами по телефону, пока все идет по плану.